И всем привет, ребят, с вами Майкл, записываю новый ролик, сегодня видеоролик посвящен нашим долгожданным анонсам и обновлениям. Сегодня у нас четверг, уже 4.40 по времени, и мы сегодня вместе с вами Обсудим все то, что появится уже завтра в нашей замечательной игре. Но ну, а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунте установите мой личный тег, тег тимп. дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Да-да, та самая компенсация, которая была вчера на тестовом сервере в виде окна в миссиях. Является не фейковой, и уже завтра компенсация появится в нашей игре. Об этом есть уже информация. И она в себя будет включать 5 ультра-контейнеров, 3 дня премиум-аккаунта и как раз-таки 3 недельных контейнеров. Но это еще не все, потому что за каждую, за каждую миссию есть возможность залутать дополнительный прем. Итого в сумме у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 миссий по 3 дня према. Итого месяц према идет дополнительно бонусом и дополнительно бонусом идет 30-50 50 ультраконтейнеров. При этом всем еще добавляются э, миссии, в, с которых двадцатку еще сверху ультраконтейнеров можно зафармить. Итого 50 ультраконтейнеров. Мы... Нет, не 50, получается 70 ультраконтейнеров мы фармим с этого замечательного ивента. И, выполняя определенные супермиссии, у каждого есть возможность залутать дополнительные вкусные призы и получить... Целый месяц халявный вкуснейшей премки. И именно о такой компенсации я изначально и говорил о том, что нужно выдавать максимально большое количество премочки, чтобы мотивировать игроков играть. Ну а также, конечно же, стимулировать это все дело ультраконтейнерами. Можно было бы сверху, конечно, еще добавить сюда звездочки. Тогда было бы вообще бы максимально все великолепно, но даже в таком виде все выглядит очень и очень неплохо. Также у нас появляется спецрежим, каждый сам за себя. Демочка на радалер теплотой перекрестки, любые пушки без повышенных золотых ящиков, ну и спецухи за 1600 танкоинов, 15 ультра 7 дней према, одна ядерная энергия, что является довольно дешевым вариантом, если честно, за 1600. Дальше ледяной щит, единоразовая покупка, защитный модуль за 4000 танкоинов и 200 ультраконтейнеров за 16000 тысяч танкоинов. При этом всем можно выбить скины на Теслу, на Паладина. Эми на Магнум устройство новое появляется. Зажигательные снаряды на Магнум, кризис броненосец и все, что можно выбить из обычных контейнеров. В целом, это то, что я хотел видеть в рамках наших Замечательных дополнительных Ивентов и я безумно рад тому Что наконец таки это появляется И даже с точки зрения Того что это появляется Как миссии да А не просто халява которую нужно заж... на... Забрать на всех мультах Это выглядит очень достойно Это значит что не каждый залутает Эту халяву но халявная Вкуснейшая премочка в 30 дней это очень и очень вкусно. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вы рады подобной рода компенсации. Также пишите, что вы думаете по этому поводу. Все свои мысли. Подписывайтесь на канал. Ну и давайте соберем максимальную активность. Ведь именно такой компенсации я считаю, что мы вместе с вами все ждали. Но единственное, только можно было бы сверху еще добавить как раз таки те самые замечательные звездочки. Да? в принципе, звезд здесь немножко не хватает, но я думаю, что с премкой и так это все дело можно будет легко набить. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Ну и ждите видос. Я думаю, что сегодня еще с обновочками тоже выйдет контент. Всем пока.